Калининград, день 5. Сегодня мы направляемся в поселок городского типа Янтарный. И это последняя точка нашего экскурсионного маршрута, потому что завтра мы улетаем в Москву. Комплекс 2 км 200 м. Просто пляж 50 м. Выставочный зал не издание. Все прямо. Дом культуры, я так и подумал, что сельский клуб. Ну а что, убитые все. Улица Советская. Дуб такой. Сколько ему лет-то? Здоровущий какой. Сколько лет? Срок жизни бука европейского, представляете, сколько лет? 500? Не мой свидетель, да? Минувших событий. Да, вместе. Место скульптора. Под знак мира. Нет, ступени сделали так, просто спуск. Мне кажется, у нас сегодня будет здесь разгрузочный день точно, да? Почему ты думаешь? А здесь ничего. Даже клочей нет. Кренделей. Малина только. Малина. У нас разгрузочный день, пойдем. Устричный бар.
Устричный бар. Жемчужина. Круто. Это перепад какой, да? Угу. Я по карте смотрел, 260 метров в высоту преодолели мы. Это в этом, на Светлогорске. Ну там перепады-то вообще были, там мы спустились на пирс и потом поднимались вверх. Чего? Я, наверное, сейчас разуюсь. Тебе проще. А что, вы видите, просто? Сегодня песок-то тепло должен быть. Конечно, должен. Сок теплый. Парус в воду уходить. А где он сам-то, не могу понять? Ну, в это, под водой, но... Где? А, в воде. Он вылезает. Там на доске, наверное, да? Ну надо купаться в такой воде, блин. У него на это подводные крылья там или что, доска какая-то. Он, видишь? Что-то как-то у него не очень получается.
поймал. Поймал ветер. Даже не предполагали, что тут облепиха может быть, да? Че, вкусная? Ну, вкусная. Как он его поднимет? Какой-то пришит небольшой. Потерял что-то. Отсюда до Зеленоградска добираться 2,5 часа. Я и говорю, сколько? что вот так неправильно, надо из Калининграда. Они уже с собой очень далеко. Мария, не будем добираться. Сейчас еще если так же. В автобусе стоит, ну, душно, нафиг. Да, блин, 1,5 часа в душном автобусе. Но того не стоило. Интернет. Или мы просто уже море видели, что тут нового может быть? Да? Поздно ты начал, я уже надоела. Ты бедная, что не так придумала? Убежала из
говорит, рыбу продается в аэропорту, и цены точно такие же. Такие же? Угу. Смысл, куда ты их снимал? Ну, я же тоже там не ответственен, это вам там дарить как гостиница. Ну а вкусная, и она крепкая, то есть ее, чтобы раздавить, нужно во рту поймать еще. Не раскисает, мягкая, не разваливается, мягкая, не там. Так вам нужно, где оболочка нежная? Не-не-не, вот, вот сам. Подходит? Да, подходит. 700 рублей ровно, наличка, карта. Тут тоже старые дома. Яблоки хочешь? Сочно, интересно, нет? Они какие-то, они вроде сладкие, все. Но вот этого аромата яблок нет. Вот прикольный аромат, ну, живой забор. И вот сфоткай, я не сфоткай. Да папа снимал. Нет, я вижу только, что он делает. Шипец, смотри, кусается. Смотри, как не да, не суть. Ага. Уж злой какой. Я ничего не делал, я сниму. Смотри, он же сейчас вылезет. Они есть хотят. У меня нету ничего. Костя, они злые. Они вот да, любят вообще у нас там в Питере прикормленные, и они вот любят от одуванчиков. А если просто кинуть им? И траву. Он кинул, они берут. Ну не прикормленные дикие, наверное. Но они шипят прям первый шипят, раз. Шипят, это они нас пугают. Чтобы мы уходили, нет, что ли. Да. Вот они обычно парами, а ты что-то. Это лебедята. А это мама. Вот поэтому она и пугает. Да, она, наверное, их охраняет. Да. И это... А папа где их? Они же устойчивые пары же. Так, в это делает крылья. Красиво, да. Смотри, как он это самое пугает собаку.
напугал, да? Защищает, да? Песик терпел, терпел. Пойдем, пусть плавает спокойно. Так, не надо. Близко не подходи. Еще без камеры останешься, без телефона. Мы не увидели, что у нас ничего нет. Сейчас выпрыгнет из воды. Это крылья так интересно держит. Сейчас шипеть опять будет. Ищет, куда встать получше. Нет. Вон листочек кусают.